Ты зашла слишком далеко в своей демонологии. Ты осознаешь свою вину по последнему делу? Осознаю. Подозрение на домашнее насилие. Родители говорят о паранормальных явлениях. Вы пришли забрать меня из дома? Я пришла тебе помочь. Царапина у меня на лице. Расскажи мне. Вам лучше увидеть. Эти явления в доме начались сразу, как родилась Софи. У меня есть дар. Я вижу то, что не видят другие. Не берись за это дело. Я не могу. Вы правда изгоняете демонов? Я принимаю их гнев на себя. Ты работник социальной службы, а не экстрасенс. Подумай о нашей семье. Паранормальные явления участились. Это только начало. Оставь их в покое! Сражайся со мной! Экстрасенс. Дело Софи. В кино с 16 июня.